Оккупант, который убивал людей в Буче, усыновил украинского мальчика. Об этом рассказали российские пропагандисты. Папа Виктор Филонов – военнослужащий со стажем, настоящий патриот. Уверен, Олег тоже вырастет достойным мужчиной. 7-летнего Олега вывезли из Донецка в ноябре 2022-го. Живы ли его биологические родители, неизвестно. Самое главное – нужно любить свою семью, своих маму, папу, братья, сестры, кто имеется. До усыновления мальчик жил в интернате, сотрудники которого рассказали, что у ребенка диагностирован ПТСР. И после этого уже ты будешь любить свою страну так же, как свою семью. 32-летний Филонов с юных лет служит в российской армии. Родственники оккупанта рассказывают, что он с самого начала принимает участие в войне с Украиной. Награжден медалями за возвращение Крыма и участник военной операции в Сирии. Муж участник СВО, он прекрасно знает, да, что такое, и обстрелы, и сам спасал этих женщин, да, и детей, и эвакуировал это все, как говорится. Также Филонов отметился в миротворце как профессиональный убийца, мародер и палач. Каким мужчиной с таким папой вырастет Олег, можно только представить, просмотрев хотя бы те ужасы, которые творила его 76-я дивизия в Буче и других городах и селах Киевской области. 76-я дивизия с первого дня принимала участие в российском вторжении на территорию Украины. Первые месяцы они действовали на киевском направлении, той самой там, печально знаменитой теперь уже Бучи, в том числе принимали участие как раз военнослужащие именно этой части. Только по официальным данным, по состоянию на лето 2023 года в Россию из Украины вывезли около 700 тысяч детей. Новую семью россияне открыто искали для 2500 детей. А сколько таких на самом деле, страшно даже представить.